Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Вы приехали с Раниным? Да. Ну что ж, у меня для вас хорошие новости. Павлу Александровичу повезло, можно сказать, одел с царапиной. Благодаря вам, Саш. В стационаре вы останетесь? Ни в коем случае. Ну что ж, Павел Александрович, тогда под вашу ответственность. Конечно. Я выпишу вам антибиотики. Да. Саша. Почему вы поехали со мной? Я испугалась за вас. Так, лекарств достаточно много, угу. И принимать их нужно регулярно. А вы проследите за этим? За этим я прослежу. Паш, мне позвонили из офиса, я сразу приехала. Как ты? Все, все, успокойся, все хорошо. Оделся, лег и царапин. Ты знаешь, кто это сделал? Нет, это меня пугает. Так, а полиция? Они в курсе. Слава богу, все обошлось. Это Саша. Она спасла меня. Рисковала своей жизнью, но увела с линии огня. Саша, спасибо вам большое. Я могу как-то вас отблагодарить, что-то сделать для вас? Нет, ну что вы, спасибо. Я вела себя так, как вел бы любой человек на моем месте. Ну, давайте я хотя бы такси вызову. Спасибо, не надо. Я сама. Ну как вы доберетесь? Вы вся в крови. Так, давайте адрес. Чистопрудный бульвар. А дом? 17. Наша квартира. Паш, это к тебе. Добрый день. Добрый день, Павел Александрович. Игорь Романцов, Следственный комитет. Присаживайтесь. Сделаю вам чаю. Угу. Слушаю вас. Я не буду вас долго задерживать. С материалами дела я ознакомился, его характер мне ясен. В настоящий момент мои коллеги анализируют потенциальный круг подозреваемых, но я обязан спросить вас лично. Среди ваших конкурентов есть те, кто мог хотеть устранить вас физически? Вчера был уверен, что нет. А сегодня уже сомневаюсь. Может, кого-то конкретно назовете? У нас очень узконаправленный бизнес. Я знаю всех своих конкурентов по бизнесу в лицо. Это же представить себе не могу, кому такое могло прийти в голову. Может, те, с кем давно не виделись, ну, кто-то, не знаю, из прошлой жизни. Вы можете рассказать мне абсолютно все, так сказать, не под протокол. Ну, во-первых, если бы эти люди были, я бы о них уже давно знал. А во-вторых, у меня репутация бизнесмена, который играет чисто. Я иду на компромиссы, я со всеми договариваюсь. Я стараюсь никого не обидеть. Хорошо, Павел Александрович. Не скажу, что вы упростили мне жизнь. Будем искать. Вот вдруг, если вы что-то вспомните, знаете, мало ли.
И еще, я хотел бы поговорить с той девушкой, которая была свидетелем покушения. Как ее зовут? Вы же ее знаете. Да, Александра Постникова. Дадите адресок. Да, журналистка. Я вам в сообщении пришлю адрес и телефон. Спасибо. Спасибо. У меня к вам тоже будет просьба. Вы не могли бы информационно поддержать мою службу безопасности? Конечно. Отлично. В полном объеме. Договорились. Очень приятно. Добрый день. Здравствуйте. Александра Владимировна? Да. Игорь Романцов, Следственный комитет. Угу. Я расследую покушение на Павла Александровича Бондаря. Да, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Что вы хотели? По камерам видеонаблюдения мы определили марку машины, но, к сожалению, на сегодняшний день это оказалось все, что мы имеем. Машина оказалась без номеров, и к тому же мы не видели лица стрелка. Я подумал, что вы могли бы нам помочь. Так. Не могли бы вы его описать? На нем были темные очки. Угу. Лет 35-40. Наверное, это все. Все было очень быстро, буквально за считанные секунды. Да, не густо. Может, вы вспомните какие-то особые приметы машины? Это сильно бы упростило нам задачу. Да, возле бензобака было какое-то контрастное пятно. Может быть, рисунок? Рисунок или наклейка. Угу. Это как-то может помочь? Надеюсь. Соломинка лучше, чем ничего. Хорошо. Александра Владимировна, если вдруг вы что-то вспомните, я вас очень прошу связаться со мной по этому телефону. Паш, привет. Саня, ты меня напугал. Сколько раз говорил, не подкрадывайся со спины. Работа у меня такая. Как рука? Царапина. Там ребята на низком старте. Все хотят узнать, кто это сделал. Я тоже хочу знать. Какие мысли? Приезжал следак. Мужик оказался внятный, толковый. Но сам понимаешь, система быстро не раскроет. Но я договорился, вся информация, какая будет у следствия, будет у тебя. Так что копаешь и роешь ты. Понял? Понял. Номер скину позже. Ладно, работаем. Давай. Кстати, забавно получилось. Тебя спасла девушка, которую мы... Что-то еще, Сень? Нет. Алло? Алло, здравствуйте, Саша. Это вас Павел беспокоит. Спасенный вами. Здравствуйте. Саш, в больнице нам не дали договорить. У меня есть предложение, если вы не против. Давайте поужинаем вместе. Ну, я не знаю, мне как-то сейчас... Послушайте, Саша, вы спасли мне жизнь. Сами понимаете, такое забыть нельзя. И ужин – это самое малое, что я могу для вас сделать. Соглашайтесь. Добрый день. Здравствуйте. У меня есть 10 минут. Да, конечно. Петр Владимирович, я виноват. Я признаю, год назад, когда вы приходили ко мне, я повел себя не очень. Давайте назвать вещи своими именами. Вы вели себя глупо. Надо было продавать пекарню тогда, когда я вам предлагал. Я вас предупреждал, что ничем хорошим ваша затея не закончится. Ваше предложение по-прежнему актуально? Сейчас многое изменилось, Дмитрий. Петр Владимирович. Петр Владимирович, у вас встреча в банке через полчаса. Я помню. Помню. Нальчика, сейчас я буду. Давай.
Петр Владимирович, я пока ждал, заказал ваш десерт. Нет, он, конечно, вкусный, но какой-то обычный. Нет в нем, что ли, изюминки? Нет, конечно, я понимаю, у вас большая сеть, но все же. Что вы предлагаете? Я предлагаю вам открыть экспериментальное кафе с авторскими десертами. Вы будете владельцем, я буду отвечать за меню, вы за все остальное. Ну, что скажете? Ну, этого мало. Ну ты. Надо было продавать пекарню год назад. Вы меня заставили ждать. Я этого очень не люблю. К тому же, ваша точка потребует очень больших вложений. Хорошо. Договорились. Вкусное вино? Спасибо, да. Открою вам одну тайну. Этот ресторан – это мое секретное место. Я прихожу сюда, чтобы здесь побыть одному. Подумать, расслабиться. Не верите? Это правда, я прихожу сюда всегда один. Тогда почему для меня вы сделали исключение? Почему? У вас нет такого ощущения, что мы с вами давно знакомы? Вы виделись в Москве? Да, а вы? Я тоже. Не поверите, мы жили недалеко от вашего дома. Ах, вот оно что. А мне стукнуло 10. Я потерял отца, и вот тогда мама решила везти меня отсюда. Простите. Да, ничего страшного. Удивительно. А ведь отцу тогда было столько лет, сколько мне сейчас. Его убили. Как это произошло? Мы платим за ошибки, которые совершаем. Мой отец сошелся с очень плохими людьми. А мама попыталась сделать так, чтобы я избежал этой участи. И везла меня в Мурманск к тетке. Поэтому я рос в этом северном, холодном, промозглом городе. Но если бы не Мурманск, я бы не увидел северное сияние. А я никогда не видела северного сияния. Ну, только в кино или на картинках. Я тоже, пока туда не приехал. Это было в конце декабря. Мы возвращались из Териберки. Это 2 часа езды от города Мурманска. И вдруг увидели северное сияние. Дядя Витя остановил машину, и я выбежал. Это было ошеломительно, потрясающе. Огромное-огромное небо. И оно все сияет, переливается. Это какое-то волшебство. Да. Вы совсем не пьете вино? Вы сказали, что у вас такое чувство, будто мы давно знакомы. Вот и я испытываю что-то подобное. Сама не знаю, почему. Позвольте, я помогу. Ой. Ой. Держитесь, держитесь за меня. Ага. Да, спасибо. Все в порядке? Черт, я не так часто ношу каблуки. Особенно после рождения Сони.
Я думаю, у вас будет еще один повод надеть их. В смысле? Послезавтра мой фонд организует благотворительный вечер. Там будет действительно много интересных людей, и в том числе один мальчик. Это наш воспитанник. Он безумно талантлив. Я думаю, вам, как журналистке, будет любопытно на него взглянуть. Действительно, это очень интересно. Вы придете? Конечно. Отлично. Я тогда передам ассистентам, и они пришлют вам приглашение. Идет? Идет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И не теряйте больше туфельку. Спасибо. Да? Позвони, спроси, я не знаю. Действительно, что там ты вообще? Да-да. Нина. Ой, Санечка. Привет. Как ты? Вот я буквально к тебе на 5 минут. У меня для тебя их целых 10 до планерки. Присаживайся. Угу. Рассказывай, что у тебя с квартирой? Я вообще не представляю, как ты могла все это вынести. Как? Сначала была в шоке. Потом взяла себя в руки. Ты молодец. Твой папа тобой бы гордился. Но ты знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать. Вот как раз об этом я и хотела поговорить. Я хочу вернуться на полную ставку. У меня сейчас такая ситуация, что мне нужна постоянная работа. Понимаешь, Саш, у нас сейчас не лучшие времена. Но у меня есть к тебе встречное предложение. Ты находишь материал, показываешь мне его. Если он мне нравится, я тебе плачу. И отправляем его в печать. Платить буду по рыночной стоимости. Задержек не будет. Идет. И, кстати, у меня уже есть тема. Ну, вот это я понимаю, профессионал. Сразу в бой. За это тебя и люблю. Знаешь такого Павла Александровича Бондаря? Он предприниматель. У него свой благотворительный фонд. Бондарь, подожди. Он помогает талантливым детям со всей страны. И на днях у них как раз будет мероприятие. И лицо этого фонда актер Меркулов? Ну да. Так иди и возьми у него интервью. Пап, вы с мамой больше не будете жить вместе? Это кто тебе такое сказал? Соня. Я не хочу тебя обманывать, у нас с мамой и правда все. Сейчас не очень просто. Что будет дальше, я даже не знаю. Я буду по тебе скучать, пап. Эй, ну ты чего? Нас с тобой никто никогда не разлучит, ты слышишь меня? Варя, Санечка, тоже так думала? Мы родители развелись, или мама в Лежаке, тогда праздник. Я то не всегда. Ну ты на Варю не смотри. В нашей семье такого не будет. Поняла меня? Смотри. Бежим скорее! Бежим! Бежим скорее! Так. Опа! Успели. Когда стоишь под мостом, по которому идет поезд, нужно обязательно загадать желание. И тогда оно сбудется. Загадаешь? Загадала. Никому не рассказывай, иначе не сбудется. Уважаемые гости, прошу минуты вашего внимания. Вот уже 4-й год наш фонд поддерживает талантливых детей со всех уголков России. Мы даем реальные возможности тем, у кого еще их не было вчера. И сейчас
я хочу передать слово замечательному актеру, который уже давно с нами сотрудничает и является лицом нашего фонда, наш дорогой Александр Владимирович Меркулов, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, дамы и господа. Все мы прекрасно знаем выражение «талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами». Но для того, чтобы определить, найти юные дарования, необходимо не только внимание, но и материальная поддержка. И сейчас я хочу сказать спасибо моему другу, учредителю фонда Павлу Бондарю, который 4 года назад поддержал эту идею создания помощи талантливым детям. Поаплодируем. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить сюда Андрея Вольского. Пожалуйста, Андрюш, подойди ко мне. Это молодое дарование родом с Дальнего Севера. А сейчас я попрошу тебя, Андрюша, исполнить нам что-нибудь. Пожалуйста. Саша, ты в порядке? Да, спасибо. Я не ожидал, вы так все остро чувствуете. Я потрясен. Как вам Андрей? Он просто великолепен. Ему повезло. На самом деле он вырос в абсолютной нищете. Отец их бросил, когда ему было 2 года. Живут они в селе, работы нет, так что мать прибивалась случайными заработками. А теперь он будет ходить на занятия к самому профессору Войтовичу из Гнесинки. Мы сняли квартиру рядом. И фонд будет платить стипендию. Так что мальчика ждет большая удивительная жизнь и успех. Зачем вы это делаете? Я вам сказал, что я вырос без отца. Куда у нас тоже были очень тяжелые времена. Но рядом оказались люди, которые помогли. Считайте, что однажды утром я проснулся и понял, моя очередь помогать тем, кому это необходимо. Закрываю гештальт. Вы же понимаете, что вы подарили ему будущее? Если мне получится это сделать для 50 и 20 ребят, я буду счастлив. Ну что, Паш, мне пора. Поехал. Да. Спасибо тебе огромное за помощь. Я вас не представил друг другу. Александра Постникова, потрясающий журналист и по совместительству мой спаситель. Александр Меркулов, великолепный актер и, самое главное, мой друг. Здравствуйте, очень приятно. Скажите, может, вы согласитесь сказать пару слов о вашем сотрудничестве с фондом? У меня, к сожалению, через 2 часа самолет. Но через пару дней я буду в Москве, и мы можем встретиться, обо всем поговорить обстоятельно. Неужели вы правда готовы дать интервью? Ну, а почему нет? Я скажу своему агенту, чтобы он связался с вами. Большое спасибо. Не за что. Может быть, селфи? Отличная мысль. А? Прекрасно. Ну все, я побежал. А то самолет улетит без меня. Да, спасибо приятно большое. Приятно было познакомиться. Хорошего полета. До свидания. Он же вообще не дает интервью. Саша мой друг. И вы, Саша, мой друг. Так что он сделал исключение. Ну и зачем ты ее пригласил? Кого? Девушку эту. Какую девушку? Саша, кажется. Ты про Постникова? Угу. Она журналистка.
чтобы написала материал про наш фонд и про Андрея. Сначала ты выселяешь ее из квартиры, а потом мурлыкаешь с ней на террасе. Тебе не кажется это странно? Ну, во-первых, не я выселяю из квартиры. Ну, конечно. И еще, если ты забыла, она мне спасла жизнь. Это была случайность. Нет, Таня, это был поступок. И я перед ней за это в долгу. И вообще, ты мне скажи, тебя что больше волнует? Журналистка Постникова? Или то, что в меня стреляли? Сонечка, ну все, покушала? Да. Беги, одевайся, сейчас поедем. Ну что происходит? Рассказывай. Ты о чем? Ты сегодня вся светишься прям. Да ладно, мам, с чего ты взяла? С того, что я тебя знаю лучше, чем ты думаешь. Я вчера познакомилась с актером Александром Меркуловым, и он согласился мне дать интервью. И где ты с ним познакомилась? На благотворительном вечере фонда Павла Бондаря. Бондарь. Что-то знакомое. Слушай, это не он нашу квартиру покупает? Ну да. Но ты знаешь, мне кажется, он очень хороший человек. У него было какое-то очень трудное детство, и он делает много хорошего, он помогает талантливым детям. Я только вчера сама об этом узнала. Не готов, мам. Ой, малыш, а что это такое? Где ты нашла эту куртку? Бабушка в шкафу. Мне ее папа подарил. Она красивая. Сонь, давай ты оденешь свою обычную куртку, а то это мало. Ладно. Бедный ребенок. Нацепила старую куртку. Хочет, чтобы все было как раньше. Она очень скучает по Диме. Мам, у нас с Димой все кончено. Саша, не руби с плеча. Соня очень страдает. Ей не хватает отца. Он может приезжать к ней в любой момент. Приезжать. Но не жить вместе. Не завтракать вместе. Не читать на ночь книги. Не играть, как они любят. Мам. Ну, мамочка. Игорь Евгеньевич! Что? Кажется, мы машину нашли. Чью? Стрелка, который коммерсанта нашего стрелял. И где она? В Тушино. Группа выехала? Нет еще. А чего ждем? Давай вызывай всех. Экспертов, криминалистов, всех. Понял. У меня для тебя распрекрасные новости. Что случилось? Полчаса назад звонила пресс-секретарь Меркулова. Он согласен дать нам интервью. Yes! Что, Бондарь подсобил? Что? Ну-ка рассказывай, что у тебя с ним? Спишь с ним, да? Ты что, с ума сошла? Ты как вообще могла подумать такое? А мне кажется, это ты сошла с ума. Глаза горят, смотришь по-другому. Влюбилась, что ли? Не знаю, Нин. Мне кажется, он разбудил во мне какую-то силу, которая как будто спала. Такое ощущение, что у нас какая-то очень тонкая связь. Божечки мои, точно влюбилась. Это все ерунда. Мы встретились не в то время и не в том месте. Саш. Притормози, а. После всего, что натворил твой Дима, ты не должна испытывать никаких угрызений совести. Но у нас есть Соня, которая жить не может без Димы. Ты помнишь, что говорил наш психолог Василевская? Нельзя жить вместе только ради детей. Это как в самолете. Сначала маску на себя надела, потом на ребенка. Ты будешь счастлива, и Сонечка будет счастлива. Угу. Василевской было легко говорить, у нее не было детей. Саш. Ты хорошая девочка. У тебя прекрасно это все получалось. Но побудь ты сама собой.
Ну, нравится тебе Бондарь, так вперед. В твоем случае лучше сделать и пожалеть, чем не сделать вовсе. Так, что там с Меркуловым? А у тебя завтра с ним интервью в Рице. Спасибо. Здорово! Привет. Ну, ты что такой кислый? Я рад, что ты договорился с Масловым о покупке пекарни. Только это надо было сделать год назад. Но лучше поздно, чем никогда. Ну да, да. Ну, тогда хватит уже убиваться. Слушай, все образуется. Начнешь зарабатывать, купишь новую квартиру, помиришься с Сашей. Думаешь? Конечно. Да, это будет не быстро. Но я уверен, когда она увидит, что для тебя семья дороже всего, она рано или поздно оттает. Слушай, а может быть, ты и прав, может быть. Стоит перевернуть страницу и начать все сначала. Золотые слова, мужик. Слушай, я прямо сейчас ей позвоню и назначу встречу в нашем любимом кафе. Привет. Привет. А я думал, что ты не придешь. Почему? Ну, в прошлый раз мы как-то не очень хорошо расстались. Но я же написала, что я приду. Угу. А я взял тебе твой любимый десерт. Спасибо. Присаживайся. А у меня хорошие новости. Я договорился с Масловым о выкупе пекарни. Маслов, это который... Да-да-да, тот самый владелец сети кофеин. Это будет экспериментальное кафе с оригинальными десертами от Дмитрия Горелого. И что, он согласился? Ну да. Это правда хорошая новость. Так что жизнь налаживается, Саш. Сашка, я правда хочу все вернуть, как было. Как было, не получится. Саша, я понимаю, что я виноват, и нет мне никакого оправдания. Но я, правда, я все исправлю. Я все верну, я квартиру верну и... При чем здесь квартира? Ты что, ты так и не понял? Я ж тебе доверяла. В жизни очень мало людей, кому можно доверять. Для меня ты был таким человеком. Ты и мама. Сашенька, прости, я просто прошу, дай мне шанс. Всего один шанс. Саш, я провожу тебя до дома. Спасибо, я сама. Саш, подожди. Пока, Дим. Алло. Саша, как вы? Здравствуйте, Павел. Рада вас слышать. Я тоже. Мне очень приятно. А у меня есть для вас одно предложение, которое может вас заинтересовать. Да, какое? Можно, пока это останется для вас сюрпризом, если вы не против. Ну, хорошо. Хорошо, тогда завтра я за вами с утра заеду, хорошо? Идет. Договорились. До завтра. До свидания. Да что ж ты на нее так смотришь-то? Новый комплекс. Его только что сдали.
Этот комплекс построил мой товарищ. Он давно хотел купить эту землю, и все из-за этого удивительного вида. Вам нравится? Да. Я рад. Очень красиво. Саша, если вы захотите, я помогу вам сюда переехать. Вместе с дочкой. Ну что вы, у меня нет таких денег. А вы не беспокойтесь. Я договорюсь, для вас делают очень серьезную скидку. И дадут рассрочку, так что условия будут комфортны. Павел, почему вы это делаете? Я же вам никто. Вы спасли мне жизнь. А я этого не забываю. Я хочу, чтобы вы знали, есть человек, который способен о вас позаботиться. Павел, у меня вообще-то есть муж. Вы помните об этом? Да. Только он ломал слишком много дров. Он действительно совершил ошибку, но пытается все исправить. И вы в это верите? Простите, я не хотел показаться бестактным и не хотел вас обидеть. Просто я не понимаю, как можно доверять человеку, который способен на кон поставить семейное гнездо. Да это то же самое, что семью проиграть в карты. И его поведение при нашей последней встрече. Вы о чем? Извините. Да, Лю. Ясно. Ясно. Хорошо. Нашли машину, из которой нас обстреляли. Нас ждут. Да, конечно. Поехали. Угу. Я уверена, что это та самая машина. В салоне машины мы обнаружили следы ДНК. Они принадлежат некоему Рустаму Лесовичу Галибину, 80-го года рождения, прежде судимого. Знаете такого? Нет. Последний раз его увидели в Москве. В настоящий момент его местонахождение нам неизвестно. У вас хорошая охрана, Павел Александрович? После 90-х я в ней не нуждался. Вы же понимаете, что он еще на свободе и в любой момент может повторить. Да, понимаю. Это может быть опасно. Хорошо, я позабочусь об этом. В общем, мы объявили его в федеральный розыск, и как только будут новости, я сразу дам вам знать. Мы свободны? Да, вы можете идти. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Ну что опять не так с этой Белаловой, Нелли? Она просила поменять данный пункт. Здравствуйте. Опять. Здравствуйте, Дмитрий. Простите за опоздание, у вас не дорогу перекрыли, таксист объезд искал. Да, это правда, начали ремонт. Нелечка, дай мы поговорим. Петр Владимирович, я сегодня всю ночь не спал. Все думал о том, как сделать наше место массовым, при этом сохранив его уникальность, которую уже привыкли жители района. И вот о чем я подумал. Дизайн. Надо сохранить оригинальный дизайн, но, конечно, принести в него элементы дизайна вашего кафе. Дима, к сожалению, у нас ничего не получится. В смысле? Я передумал покупать вашу пекарню. Почему? Мы же с вами вроде уже обо всем договорились. Вы сказали, что вам нравится это место. Вы мне симпатичны, поэтому буду с вами откровенен. Мне рекомендовали не заключать с вами эту сделку. Подождите, я ничего не понимаю. О чем вы говорите? Кто попросил? Я не могу вам этого сказать. Не могу. Я не понимаю, Петр Иванович. Дима, вы неплохой парень, но, к сожалению, я ничего не могу сделать. Удачи вам.
Привет. Привет. Прости, надо было предупредить, наверное. Соня меня попросила рюкзачок забрать. Какой? Ну, тот самый, с бантиком. Вон там. Дима, что-то случилось? Нет, все в порядке. Ты знаешь, я давно тебя хотела спросить. Почему ты не остановился, когда понял, что долги стали неподъемными? Но ты же должен был понимать, закладывая квартиру, что мы можем просто остаться без крыши над головой. Я не думал, что так получится. Я надеялся, что выплыву. Выплывешь? С такими долгами? Прости. Нет, подожди, я все это уже слышала. И я прошу тебя, ответь мне. Почему ты поставил свои амбиции выше семьи? Саша, почему ты говоришь так? Все, что я делал ради тебя, ради семьи, ради Сони. Почему ты просто не можешь признаться? Че? В том, что ты эгоист. Здравствуйте. Так вот она какая, да? Забавно. Послушайте, вы куда? Что вам нужно? Первый раз вижу квартиру, в которой я буду жить. Как он мог на это повестись? Ну это же просто, вот это же надо сжечь. Это все надо сжечь, это же рухлядь какая-то. Немедленно уходите отсюда. Оставь его в покое. Кого? Кого? Мы уже даже не помним кого, да? Под любого готова лечь, чтобы за собой квартирку оставить, да? Так, если вы прямо сейчас не уйдете, я вызову полицию. Ничего у тебя не выйдет. Я тебе даю неделю, чтобы тебя здесь не было, потому что потом я приду с приставами. Поняла? Так, все, я вызываю полицию. Полицию? О, очень страшно. А ты что, детка, думаешь, что он такой благородный, да? Такой идеальный мужик. Слушай, по секрету скажу, он вообще не тот, за кого себя выдает. Просто умеет маскироваться. Убирайтесь отсюда. Неделя. А, Саша. Здравствуйте. А я как раз собирался вам звонить. Я договорился о скидке. Послушайте, Павел, какие скидки? Только что приходила ваша жена. А зачем приходила? Я не знаю, но какие-то дикие обвинения. Она сказала, что мне нужно съезжать через неделю, но мы же с вами обо всем договорились. Саша, не переживайте. Условия договора останутся теми же. Вы простите ее, она... Она ревнует. Что? У нее есть для этого основания. Послушайте, Павел, вы вообще о чем говорите? Она видит, как я к вам привязался. Что? Саша, послушайте. Ох, это будет звучать очень странно, но вы и я, мы должны быть вместе. Я прошу вас, пожалуйста, не отвергайте меня, хорошо? Я тот человек, который вам нужен. Павел, я вообще не понимаю, к чему вы это. Я уверен, я это чувствую. Доверьтесь мне. Павел, простите, мне нужно идти. Нет, Саша, пожалуйста, не кладите трубку. Саша, послушайте, я...